тело человека, мое, твое или любого другого, не изучено до конца, к сожалению. Ну, иначе бы люди не умирали сейчас от каких-то болезней. Хотя раньше умирали больше. Ну так вот, сейчас оно изучено больше, и в этом видео я расскажу о разных фактах о человеческом теле, о которых вы, скорее всего, не знали. Поэтому без долгого вступления, погнали! Скорость чиха может достигать 160 км в час и больше. Все зависит от того, сколько воздуха вы втянете в себя перед чихом. Если вы периодически что-то забываете, возможно, в этом нет ничего страшного. Иногда мозг таким образом защищает вас от перегрузки информации или негативных эмоциональных переживаний. Это позволяет думать быстрее и лучше усваивать какие-либо новые сведения. Кроме 5 основных чувств, у человека есть еще мета-чувство. Оно объединяет знания мозга и действия мышц. Благодаря этому вы прекрасно понимаете, где находятся ваши конечности, а посему без труда можете дотронуться до носа с закрытыми глазами. Ежедневно сердце способно вырабатывать энергию, необходимую для движения грузовика на 32 километра. За всю жизнь этого хватило бы, чтобы отправить грузовик на Луну и обратно. Человеческий храп, помимо бессонной ночи, может нанести вред другим людям. Издаваемый звук обычно достигает 80 дБ. Это прям на грани, ведь все, что шумит выше 85 дБ, вредит человеческому уху. Бывает такое, что органы будущей матери, находящиеся в чреве, повреждены. Тогда плод начинает посылать стволовые клетки, чтобы устранить это повреждение. Если все кровеносные сосуды человека размотать в одну линию, ее длина составит 96 тысяч километров. Этого хватит, чтобы обогнуть экватор 2,5 раза. В среднем человек за всю свою жизнь вырабатывает примерно 24 тысячи литров слюны. Этого объема вполне хватило бы, чтобы заполнить примерно 2 больших бассейна. Из-за воздействия желудочной кислоты слизистая оболочка желудка каждые 4 дня проходит полное восстановление с нуля. Почему в некоторых странах левостороннее движение? Это восходит к Римской империи. Поскольку большинство людей правши, было легче заколоть незнакомцев, которые двигались мимо них с правой стороны. Один кубический метр костей способен выдержать вес в 10 тысяч килограмм. При этом они на 31% состоят из воды. Многие наверняка видели в кино, как вырванное из груди сердце продолжает биться. Теоретически такое действительно возможно, пусть и недолгое время. Дело в том, что у сердца есть своеобразная электрическая система, способная уловить разряд из окружающего воздуха. Чтобы сделать один шаг, тело должно задействовать 200 мышц. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, нажмите на колокольчик, напишите комментарий. Ну, все по списку, это очень поможет продвижению видео. И я напоминаю, что на канале каждый день выходит по одному видео. Ну, сейчас пока так, потом не знаю, как будет. В виде шортс, поэтому тоже подписывайтесь, чтобы каждый день получать по чуть-чуть чего-нибудь интересного, может быть, полезного. В общем, как-то так.